где Виктор Семенович как раз был бэк-вокалистом. На самом деле не было у нас в этой песне бэк-вокалистов. Все были солистами, в том числе и Виктор Семенович. На стихи Юрия Ютанского. Я побывавший там, где вы не бывали, я повидавший то, чего вы не видали, я уже там стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога. Вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины были, Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность прожидает злоба. Комья земли стучали по крышку гроба. Стали схорон над темною той рекою. Ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни жарит непрочно свиты. Зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопанный, перештопанный, мятый виды. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо багрово-красно перед восходом. Вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом. Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом. Холодно, братец, а все равно прекрасно. Концертном зале «Россия», Виктор Семенович остался без своего постоянного партнера Дмитрия Богдана, который укатил за границу в командировку. Тогда Берковский решил попробовать выступить с хором из других участников концерта. Получилось так здорово, что идея хорового пения бардовских песен получила свое продолжение. И в 1998 году Георгий Васильев и Алексей Иващенко инициировали создание легендарного проекта «Песни нашего века». Научным руководителем, что я говорю, художественным руководителем которого до самой кончины оставался Виктор Берковский. Первый диск разошелся миллионными тиражами. В то время эти песни звучали на улицах Москвы, в подземных переходах, из окон проезжающих автомобилей, в магазинах, кафе и ресторанах. Успех был огромен. Сам Виктор Семенович хвастался, что в тот период, при его появлении в родном институте, заведующий кафедрой встречал его словами: «Профессор, вчера я снова слышал вас на рынке». С тех пор коллектив «Песни нашего века» записал 8 дисков. Пятый диск этой серии был
был полностью посвящен песням Виктора Берковского. Этот диск был задуман еще при его жизни, а увидел свет уже после его ухода. Выступает коллектив «Песни нашего века». Я думаю, что если Лешина идея осуществится, то, конечно, фестиваль неформатных авторских песен имени Виктора Берковского будет начинаться с этой песни на стихи Эдуарда Багрицкого. Евраки начали фестиваль, потом Евраки, Ставраки, потом Папасат, третий фестиваль Папасат. Орегон по звездам проносит шаланку, три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, и на одней стороне Папа Сатырас. А ветер гордит, и кабина просвищет, как и не барашку потом или днище, что кости свинели, что мачта влево. Доброе дело, хорошее дело, отеческий парус и черное море, черное море, черное море. Двенадцатый час, остановочное время, три пограничника, ветер и тени, три пограничника, шестеро глаз, на ворот и баркас, три пограничника, вор на дозоре, бросьте баркас на Сурманское море, чтобы вода по кормой загудела, доброе дело, хорошее дело, а звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море, мор на море. Вот так бы мне налегающий мне усы раздувать, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос помать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горь мотор дозорного скороговорки. Правильнее может, сжимая нога, за вором свинит в уходящий туман. И вдруг неожиданно встретит во тьме усатого грека на черной корме. Там бежит пожилок, не дайся в края, бездонная молодость, ярость моя. Чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб пол забивал оголтелый народ, чтоб злобная песня полетала рот. И петь, задыхаясь на страшном просторе, черное море, черное море, а звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море, хорошее море. Ну вот кто-то сказал, что надо было учить, Леша тоже сказал, что надо было учить в школе песню Берковского. Однажды одна такая песня попала в школьные учебники, после чего Виктор Семенович сказал, что он больше ее петь не будет. Это песня «Гренада», которая действительно в школе попала в какие-то учебники. И когда потом мы с ним потихонечку и снова стали петь, однажды подошла одна дама и сказала: «Витя, я ненавижу вас за вашу «Гренаду». Он поинтересовался, почему. Она работала во Дворце пионеров со школьниками и сказала, что дети очень плохо маршировали под нее. Берковский сразу нашелся. На лошадях не пробовали? Мы ехали шагом, мчались в маяк, и яблочко песню держали в зубах. Под песенку эту до ныне храним права. Молодая степной молодь, но песню иную о дальней земле возьми, мой приятель, с собою в секрет. Он пел, озирая родные края, «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть,
мечтая постичь во сне грамматику поля. Язык воды на звон поднимался и падал опять, и лошадь устала с тебя не скакать. Но яблочкой песню играл эскадрон, смычками страдали на скрипках прием. Где же, приятель, песня твоя? Пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Ренато. Вдаль грёбость, солнечный блёс, ушел мой приятель, и песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Не надо, не надо, не надо, моя. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. И шпонему тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, не надо, а песни дружить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Не надо, не надо, не надо, моя. Стихи Булата Акуджавы, «Божественная суббота» или «История о том, как нам Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное — другое. Божественной субботы нас терпи вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам осталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. И руй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободы, кто знает, сколько раз. Еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век одарит нас.